Всем привет! Сегодня мы будем рисовать наших любимых, куколок Клоу. И поэтому я приготовила вот такой, тут маленькие девочки, мы их не будем рисовать. Вот больших, они такие красивые, яркие. Я их выбрала. Вот такую вот девочку, самая симпатичная, вот такую и вот такую. Вот такие у меня девочки. Будем приступать делать карандашом. Вот. Так, с какой-то мы будем начинать? С этой. Начну с этой. Она все потюля так длинится. Ничего, это будет как раз. И это. Так, делать тут чуть-чуть. Такой проделал. Вот. И тут делаем уже узелки какие-то. Там нарисовали. Оп. Здесь. Вот. Такие вот. Коленочку. И вот такую. И еще одну тут немножко рисуем. Это далеко. Оп. Это я уже чуть-чуть получше сделала. Ничего, это мы закрасим. И вот линии. Камочки. Но у меня это что-то похоже больше на это. Так, смотрим. Еще одна клеточка. Так. Тут клеточка должна. Ой. Стереть. Так, где тут у меня стек? Ой, клей упал. Клей не понадобится. Берем сторонку и делаем вот такой скипчик. Оп. Немножко. И вот так. Вот. Смотри, что-то у нас дальше. Ой, мы забыли вот здесь так сделать. Ну, здесь я фломастерами подрисую. Так, делаем повыше чуть-чуть. Это у нас будут рукавчики. Вот такой вот у нас получился. Посмотрим, что там у нас не хватает. А, вот такой вот. Точно, я же забыла. Опа. У нас чуть-чуть не получилось у меня. Так, теперь делаем сами ручки. Такие вот у нас. Здесь мы рисуем такие вот пальчики. Так, это то же самое. Пальчики. Так, теперь делаем маленькую такую шеечку. Так. Теперь голову делаем. Голова у нас должна быть побольше, так как это лоб. Ой. Такая вот у нас лоб. Получается голова. Так, теперь делаю вот такую щеку небольшую. Но все-таки она большая у меня уже. Теперь делаем полосочки. Такие вот у меня полосочки вышли. Теперь делаем хвостики. Хвостики. Так. А вот тут. Так, все равно мы еще ее закрашим. Ой. Ну я это застерла.
Вот почему первым надо карандашом начинать. Его стирает Стёк. А мой даже стирает кисточку. Вот, смотри. Так, теперь рисуем глазки. Какой у нее так точка? А, одна. Понятно. Все, класс. Такой пустой. Пустышка. Но я назвала его так, пустышка. Так, теперь делала такой. Похоже на закрытые глазки. Так. Так. Это так там нарисовано, подрисовано. Так, где тут у нас? А, тут точка еще есть. Ой, сейчас чуть-чуть. Так. Я этот глазик просто так стихло, у меня не получился. Так. Опа. Такой смешной у меня тогда получился. И этот второй тоже стер. Он мне не нравится. Оп. Старайся ты уже. Такой, вот так стерся. Теперь надо подправить здесь. Это просто у меня такая стёка синяя. Сильная, я хотела сказать. Вот так. И продолжаем делать глаз. Такой вот глазик. Такой вот глазик. Чуть-чуть смешная получилась. Теперь вот здесь. Одинаковые глазки получились у нас. Теперь, так, где-то мы должны... А, вот здесь, наверху? Как я не заметила? Так. Вот это нос. У нас получилось. Но мы ее раскрасим сейчас прям. Другие куклы мы потом раскрасим. Приступим к рисованию. Надо раскрасить так, как она и выглядит. У меня тут разные зеленые. Сейчас я их достану. И я выберу цвет. Тут придется долго так выбирать. Оп. Оп. Светлый, темный, темный, зеленый. Это зеленый у меня тут есть. Так, где такое? Это тут. Эй, вылезай. Вот такой светлый темный. Какой мы выбираем? Посмотрим. Тут цвет темный, зеленый или темный цвет. Вот. Вот такой вот цвет. Я бы сразу догадалась. Так, так, и вот это тоже там такого же цвета, тоже, оп, так, так, теперь приступаем к черному порошку, и такие вот арбузные, такие вот точки, оп. Вот такое платье получилось. Совсем похожее. Так. Начнем тебе с туфелька. Туфельки сразу заметила, что розовый. Сразу подготовила наверху розовый фломастер. Так. Где тут у нас? А, туфельки точно. Я уже и забыла, что туфельки буду закрашивать. Там еще видно. Там. Такие вот. Мы их потом закрасим. О, здесь даже остается.
две губки. Так, губки у нее, губки. Красные губки. Ой, носик забыли тогда сделать. Так, где ты мой? Так, вам. Так, карандашик. Вернись домой. Карандашик. Было так просто, я даже внимание делать. Так, ну все, включай. Угу. Так. И рисуем, правда, вот такие вот полосочки. Оп. Я чуть-чуть закрашу камеру. Ты носик еще хотел. А, носик, точно. Пап, не помогай. Такой носик у меня получился. Совсем как здесь. Так, здесь, наверное, узелок. Да, был узелок. И здесь продолжаю. Опа. Ой, надо розовый подкрасить. Розовый, выходи. Я иду, я иду. Роза. Такие вот у нас ножки получились. Так, ой, губки, они где тут? А, красные они, красные. Так. Так. А вот красные, не убегай. Я иду, ой, я на голове иду. Мы сейчас тебе голову снимем, а потом обратно оденем. Такие вот у нас губки получаются. Кружочек, это ямочек. Которая она либо умеет писаться, либо глазки могут плакать, либо она может плюваться, либо вообще менять цвет. Ну, у меня нет такой куклы, я по-другому объявляю. Так, теперь глазки... А, глазки остаются белыми, а вообще они какие... А, коричневые. Хорошо, так по такого классика. Оп. Опа. Такие вот глазки. А все остальное закрасить черный. Эй, черный, выходи, ты мне еще нужен. Черный. Так, тут поищем. Нету черного. Папа, вот я и нашла черный. Так, хорошо, так, оп, панна. Ой, тут еще были такие бровки, бровки, то есть, оп, их я так крашу. А свои глазки тоже так крашу. Ну ничего. О, вот такая у нас кукла получилась. Вот такая. Теперь мне нужен кожевый цвет. Эй, кожевый, кожевый. Ты меня ищешь? Кожевый, кожевый. А вот ты. Кожевый. Приступай. Такой нежный у меня он. Такой гладкий. Вот такой вот. Кожевый у меня цвет. Тут немножко вылезала. Чего это никто не увидит. Оп. Если за голову попала, ничего. Она тоже будет у нас такая. Как именно на картинке. Оп. 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 Такие милые у нас глазки получились. Оп. Отстаем от кожи. Если у вас, если ну, у вас нету бежевого, можно использовать просто, ну, как вот там, розовый или вообще желтый с оранжевым смешать получится бежевый. Вот так. Так. Ручку еще. А, точно, ручку. И надо будет. Так. Ну, я буду смотреть.
так. А, точно, вот так. Я точно так же делаю, как и там делали. Так. Оп. Тут немножко вылезло. Ничего. Это никто не видит. Так. Такие вот у нас ножки. Чуть-чуть большие, чем ручки. Ну, ничего. Так, теперь доставаю класса. Для этого я здесь такой подготовил. Оп, и начинаем их красить. Правда, это лимоны, сейчас я найду оранжевые. Оранжевые я тебе еще. Я тут на голове иду. Ой, оранжевый, ты куда вскакал? Проветриться. Ты нам нужен. Скажу все это. Ну, как голову чуть-чуть убери. Ага. Хорошо. Так. Так. Делаем. Так. Вот так. Оп. Оп. А вот она. Такая вот у нас девочка пока что получилась. Запоясь. Как? Она соединяется с этой девочкой. Да, она похожа. Очень даже похожа. Такая маленькая. Ну, это нет там вам. А вообще она не маленькая. Ну как? Вставаем какую девочку. Сейчас посмотрю. Ну, до нового видео. Пока-пока-пока.